То, что в уроке вот, были некоторые элементы декларации у Ленина, вы видели подготовку к очень трудному такому пульте. Помните, да? Так вот, вот это движение на сцене обычно исполняют 32 раза. Желательно на одном месте. Это своеобразный такой цирк, трюк. Ну давайте посмотрим, как это может выглядеть на сцене. Катюш, можешь сделать? Пожалуйста. А вы не делаете 30 градусов.